Чебоксарский аэропорт увеличивает количество рейсов. Кроме того, изменилось расписание вылета в Москву авиакомпании «Ютэйр». Новое расписание вылетов авиарейсов утвердили в Чебоксарском аэропорту. Самолеты будут летать в Москву, в аэропорты Внуково и Шереметьево, а также в Санкт-Петербург, Симферополь, Анапу, Сочи, Уфу, а также турецкую Анталию. Расписание пока временное, в нем возможны изменения, а ознакомиться с ним можно на сайте Чебоксарского аэропорта.